какая красота! Русь, повернись. Это что за снежный человек? А сейчас капюшон-то надел. Холодно. Красота. Знаешь, Лиси, что делать? Да. Это всем женщинам, а дедушке. Вот столько у нас оттенков розового. Раз, два, три, четыре, пять. Пять оттенков у нас вот розовых цветов. Красота просто у нас. Надо все это поставить теперь в воду. А дедушке, спасибо дедушке, всем женщинам. И Ксюше, и Насте. Нет, их... А, да, шесть. Да. Данечка, как тебе, нравится? Нравятся букетики, нравятся розы. Красиво, да? Настя в шоке, а столько, что столько цветов. Обалдеть. Даня тоже заценил. Ну да, Даня всегда у нас оценивает цветочки. Да. Даня, тебе нравится в цветочках, да, лежать? Очень нравится, сладенький мой. Так, начинаем наш с вами Новый год. Посмотрите, как мы все украсила. Вот у нас две мантоварки. Рустам с Настей. Рустам, зачем ты меня пшикнул в отбивай? Ну, Рустам, не делай. Настя у нас прекрасная сноха. Моет все. Здесь у нас манты. Русь, ты мне брызнул прямо на мой макияж. Смотрите, у нас здесь цветочки, какие красивые дедушки. Здесь у нас вот такие лампочки, я еще не надета. Вот еще цветочки красивые. Наш стол, но мы еще не доделали. У нас в этом году две, представляете, елки. В общем-то для мужчин, для Ромы, для Рустама это был шок, что, ну, что типа две елки, это очень странно. Эта елка у нас почти вот сколько, 3 метра, 4. Высокие потолки, 3-метровые. И вот такая у нас елочка наверх. Вот Рустам. Настя бегает вечно. Русь, какие у тебя впечатления? Как ты думаешь, как пройдет Новый год наш? Ты вообще рад, что Новый год приехал с Настей? Русь, ну не... Да. Настя, что ты бегаешь? А, короче, Рустам, ничего интересного. Давайте я покажу вам нашу еще одну елочку. Вот смотрите, какая у нас красота тут. Сколько у нас подарочек. Прям... Все-все в подарках, даже елка уже не умещает. Я постоянно говорю, что нам уже нужна елка более высокая, больше. Вот такая у нас красота. Сейчас я вам еще покажу. Вот смотрите, как у нас здесь еще красиво. Мы вот украсили вот этим дождиком. Мы, получается, сначала поедим там, а Новый год мы отпразднуем там. Здесь у нас будет как фуршет. Мы в двух залах решили в этом году праздновать. Видите, как красиво. Здесь мы еще не накрыли. Здесь у нас будет десерт. Мы будем здесь чай пить и Новый год, собственно, праздновать. Основная еда будет там. Но мы можем взять тарелки еще перевести сюда, потому что здесь телевизор. И знаете, здесь какой у нас дизастр случился прямо перед Новым годом. Такая полоска вышла на телевизоре. Непонятно почему, но окей. Я не думаю, что нам будет она очень сильно мешать. Просто там свой трико, как всегда, проскидывал, блин. Только уберешь, он опять его складывает. Ну вот, смотрите, какая у нас тут красота. Пока еще все не тронуто. Я вам хотела все это показать. Фоткаемся, фоткаемся. Рома нас фоткает, он нас хорошо фотографирует. Вот, смотрите, как красиво все у них получается. Красота! Ты сама шоколад? Да, обалдеть. Какая красота. Очень, очень такой... Очень. Сколько там это слоев? Молодец. Красота. Кенуша, ну, тебе надо это, мне да. Специальность и уходить в кондитера. Мам! Да вот же она. Пашка, Саша, ты это будешь? Вау, Вита, какая красота. Ох, сегодня чувствую, будет Новый год, оторвемся. Если я не могу похудеть, нужно откормить других. Правильно, очень красиво, Вита, очень. Здоровский. Я не забыла, у меня там мамзи катя. А? А, спасибо. А, спасибо. Платье у меня, такие сережечки. Мне даже чего-то не хватает на груди, но окей. Я уже забила на это все тело. Давайте проводим этот Новый год. Пусть он все, что было плохого, останется в нем. И будет нас встречать новые моменты, новые счастливые эмоции. С Новым годом! Давай. Молодцы. Молодцы. Девочки, если хотите выйти замуж, нужно с неженатым чокаться в последнюю очередь. Так быстро бежим. Где мой бокал? Где мой бокал? Надо стой! Стой! Куда? Руся, все, он ушел. Настя, Настя, стой! Настя, куда? Вот у нас три девчонки красивые. Чья будет первая свадьба, интересно, а? Конечно, моя. Да, Настя. Что ты на меня сказал, у нее первая будет свадьба. Я самая старшая среди них. Там еще нужно. Давай будем. Да.
одно блюдо для харизмы этого салата. Я сейчас выложу, Ромаш. Ой, это вообще не загадка. Сюш, что, когда свадьба? Ой, я готовлю, но... Давайте. Давайте. Чтобы вы вышли замуж. Ну хорошо, давайте. Давайте. Надеюсь, наш паркет останется живой после духов. Ой, Руслан доволен. Шикарно, шикарно, шикарно. Да, все? Я не знаю, а что еще хочешь? Что за дерьмо происходит? Понравилось? Неловкая ситуация. Ну да. Нормально? Ну это было офигенно. Это было... Как мне стриптизеры? Бабушка в шоке. Зачарование бабушки. Бабушка захотела этих темнокожих стриптизеров, да, баб? Сейчас еще победа. Это еще не вся программа. Мы открыли, открыли встречу, Нового года, да, и провожаем старый. Моя сестра Нарминина тетя нас повеселила. Пока ничего еще не общается. Да. А что ж такая колонка нашла? Колонка нашла? А что, заработала? Она и работала. Жестко, да, бабушка? Понравилось? А я вижу, Настя бежит, пытается снять в Инстаграм. Я пыталась. Ром, и ты как? А ты мама, что ли, Настя? Настя, я смотрю, она бежит, снимает в Инстаграм. Вот так. Одной рукой бежала, снимала. О, танцует. Шикарно! Браво! Вы как будто танец учили, слушайте.
мертв. Сейчас вспомнишь два этих, две петли узел. Мертвая. Намертво. Прям, ну, до конца, чтобы оно было. Настя, а как это? Ты же будешь есть. Вот я нормально. Вот такой у нас стол красивый. Сейчас мы будем праздновать. Эти. Мам, я есть хочу, вот это вкусное блюдо, я могу есть и сама. Вот это французский Вита приготовила. Можно, пожалуйста? Это национальный шведский. Ром, Рома, покажи. Надо все попробовать просто. Ром, серьезно? Просто я неплохо, так я сейчас... Давай, пробуй. Мне понравилось, я честно тебе говорю. Просто там мне понравилось. Там понравилось. Господи, это же от кашля с ментолом. Это не с ментолом. А с чем? Это от кашля, вот мы эти рысины. Пертусин? Рома, жадость редкостная, просто мне нормально за сам понравилось. А нет, что, ее с чем-то закусывать надо? Нет, просто как конфетки. Попробуй. Сейчас попробуем. Не поймешь, ли сладкие, соленые. Не поймешь, то ли тебе не нравится, то ли тебе не нравится. Да, мне так же было. Жень, это у нас рыбки были, помнишь, от кашля, тебе с Германии. Вот, я пытался их найти тогда. Это лакрица. Лакрица. Ром, это было ужасно. Просто я выплюнула, пошла это. Зачем ты выплюнул со Швеции? Тебе я чуть-чуть откусила, ужасно. В руках стало проще жить, когда Рома стал не вегетарианцем. Стало намного проще жить нам всем. Бабушка хакер сидит, отправляет все фоточки. Вот я телефон еще в руки не брала. Бабушка всем своим подружкам, она уже отправляет фотографии. Рома открывает 16-летний виски ирландский. Смотрите, наша хозяюшка идет. Она сама налепила нам... Смотрите. А сколько? Девушка, вы виски пили? Все видела, люди деньгами разбрасываются, это знак, а Нармина мантами разбрасывается. Я вот так стою и манты. Ой, какая песня замечательная. Хочется танцевать либо цыганочку, либо калинку-малинку. Мы сейчас пришли переодеваться с Рустамом. Папа. Да без разницы, надеваем тебе в ушах. Это же женщина, видишь? Нет, ее куда-то специально. Нет, они просто ей скрепили. Да ладно, иди с бороду. Да, вот так иди. Ты как бородатый этот. Слушай, ты как этот, как кудрявый какой-то ангел, Феня. Вместо Мороза пришел хоббит. Домик, да. Где мне идет, где я буду отращивать бурки? Готовься. Русь, ты смотри, как настоящий Дед Мороз. Да, ты такой большой. Будем кричать Дедушку Мороза со Снегурочкой. Вставайте все сюда. Вита, пошли. Дедушка Мороз! Дедушка Мороз! Дедушка Вита! Дед Мороз! Красный нос! Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Оленька! Идет Нарвин? Я веду себя хорошо, Вилла, а? Нарвин, идет. Оленька, давай-ка, расскажите мне стишочек. Что вы молите, а, Оля? У нас тут много внучек, дедушка. Да, Оленька. Я не забуду. Здравствуйте, дети. Здравствуй, дедушка Мороз. Здравствуй. Кто-то у нас такой сидит. Вставай, Виточка, здравствуй! Ой, говорят, это плохо вся Эмилия! Говорят, это не шалунья! Виточка, расскажите-ка мне стишочек! Стишочек? Что запуска? Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку принесли домой. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело-весело встретим Новый год. Прекрасно! О, браво, браво! Прекрасно! За это вы получаете... А, у Деда Мороза какой услуг! Получаете свинку! Ух ты ж, Вита, что ты заработала! Снегурка, шутка, куда? Куда? Снегурка, проверьте камеру! Свинья! Деда на Новый год будет получать подарки. И сейчас, Настя, ты будешь угадывать, какой подарок я показываю сзади тебя. Это будет или любая вещь, и сейчас тебе будут задавать вопрос. Третий, ты не будешь смотреть, все остальные будут видеть, а ты не будешь видеть. Вот как ты думаешь? Вот подарок у всех есть?
9. Не всегда. Не всегда? Нет, мы спрашиваем у Насти. А, вы у меня спрашиваете? Да, как ты думаешь? А ты не знаешь, как ты думаешь? Вот подарок, вот второй, да. У всех есть. Не знаю. Ну как ты думаешь? Это интуиция твоя. Думаешь, да. А как ты думаешь, у кого из здешних людей этот подарок есть уже? Вот как ты думаешь? Да просто интуитивно. Ну как ты думаешь, да? Ну не знаю, на взгляд падает на Ксюшу. Остальные все без подарка! Что мне принял? Остальные без подарка! Как ты думаешь, кстати, кому этот подарок из всех нас вот очень бы нужен? Роме? Подарка нет! Думаешь, у него нет? Вообще нет, да? А как ты думаешь, вот этот подарок, кому бы ты бы из знаменитостей, вот, например, политиков, кому бы ты его подарил? Путин говорил. Ну вот если бы у тебя была возможность, да, вот из здешних людей, кому бы ты подарила в этот подарок? Роме? Не знаю, мне кажется, он очень... Есть такое. Мозги! Ну нормально, ты бабушке подсунула. Вот Дед Мороз. Вам дарили такой подарок? А ты его дарила, внученька, Олечка? Точно? Ты уверена в этом? Точно? Я все не подарила. А кому бы ты из нынешних людей здесь его подарила? Виталию. Ты думаешь, бабушка, вот из знаменитостей, у кого бы ты ему подарила подарок тоже? Дзиновского. Что ты, когда хотела не получить этот подарок? Нет, точно? Точно. Ой, интуит. Ну вы победитель сегодняшней программы. Ура! Вы получаете приз. Это подарок? Колбаску. Африканскую. Политиков, хотела бы видеть знаменитость. Я бы подарила его Киркорову.
думаешь, как выражение пользуется? Я не знаю. Я не хочу политику, я не знаю политику. Ну а может быть, ты думаешь, он пользуется? Ему нравится кикборд? Я не знаю. Ну, думаю, что ему часто дарят. Правду нам! Хватит, не правда! Глаза раскрыла! Ой, какой я подарок! Супер выиграла, супер, девочка! Бабушка, а ты туалетную бумагу? Она вот вазочки вот так делает! Бабушка, вазочка! Шикарно! Как ритм отработал! Давай! У тебя есть такой подарок? Ну, может, как завалял. А как ты думаешь, у всех есть такие, такой подарочек? Ну, думаю, да. У кого-то там в погребке лежит. А кому бы ты из вот, присутствующих вот, хотел бы подарить такой подарок? Я все с Любовью подарила себе. Со мной? Да. Правильно, так и надо. А вот кому, вот как ты думаешь, у кого этого подарка вот совершенно сегодня даже его нет? Вот сегодня вот, даже вот не имеется как подарок. Нет, подарок нет. Вот ты сам часто пользуешься таким подарком? Если в шкафу лежит, значит пользуйся. Как часто? По празднику. По хорошему настроению. Ну ты любишь этот подарок использовать? Ну да. Он тебе нравится? Да. А какие вот эмоции у тебя вызывают? Только положительные. А это вообще никаких негативных? Бывает, наверное, негативные. А много у тебя этого добра? Теперь я боюсь камеры, потому что так близко подошла. Ты думаешь, вот самый красивый вот такой подарок у кого есть, если не присутствующий? У Ксюши, наверное. Так, Ксюша! Внученька! Не тот, не тот, дедушка. Ну давай, кому бы ты по нашей традиции знаменитостей либо политиков подарил бы такой подарочек? Я думаю, Медведев не помешал мне. Не помешал мне. Ну все, внучек, я надеюсь. Надо разбить на пары. Давайте, разбивайтесь. Дед Мороз, что ты нос трешь? Что случилось? Что случилось? Что там в лесу, как дела? Все идет нормально. Все хорошо? Пацаны обманут какой день. Да? Ты что, охотник, Дед Мороз? Ну так, да, чифернем бывает, да. С оленями. И все хорошо. Вы сейчас перевоплотитесь в Дед Мороза и Снегурочку. Рома, ты слышал? Решайте, кто из вас будет Дед Мороз и Снегурочка. Да. И вы должны быть не просто Дед Мороз и Снегурочка, а быть Дед Мороз и Снегурочка из разных стран. Я сейчас вам протягиваю страну, с которой вы будете, а потом вы должны нам поздравить. Да, ты вытащишь страну, а там остальное. Это черный континент будет. Вообще не такого. Африка. Индусы. Индусы. Это будет Мороз, если можно сцепить. Давайте, индусы. Готовьтесь, синигер. А чё? Вы будете турками. Рома, а нам остатки. Кто мы, Рома? Из китаец. Итак, дорогие друзья, сейчас к нам придут Дед Мороз и Снегурочка из Турции. Аплодисменты. Аплодисменты. Гайбра, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ольга Маркина, очень приятно. Девушка, как вас? Девушка милая, вот я вижу глаза, вот чувствуется кровь родная, чувствуется. Сердце бьется учащенно, это значит кровь родная. У меня просто это, болезнь. Футурная. Может, у меня болезнь сердца, дорогой турок, вы, может, не поняли. Милая моя. Нармин, что за глупости? Меня зовут Светлана. Светлана. Настоящее турецкое имя. Светлана, милая моя дорогая, смотрите, что я вам принесла. Ну, вы не поверите, что там? Пакет? Нет. Что в этом пакете? Это пакет с воздухом. Дарим вам его, можно сказать, просто отдаем. Да, отдаем за $100 всего лишь этот пакет. $1000 Снегурку разводят!
Это не турок, это какой-то фейс. А почему вы с ней мужчиной не говорит? Она вас снимает. Егорочка восточная женщина, ей не полагается говорить. А почему у восточной женщины такое декольте? Вы не добрите, видите коробочку? Ей по праздникам можно. Девушка разрешает. Девушка разрешает, да, останутся. Бонзи! Ура! Подарочки! За это вы получаете... Ой, индусы свалили! Индусы свалили! Что делать? Запарил? Баранус ожидал. Индусы! Намасте! А что, почему? Мы не в Нирване. Они садятся, как индусы! Мы не в Нирване. А с Новым годом даже поздравить? Все у нас поздравить. Мы сейчас выйдем это. Из Нирвана, мы в Нирване. Браво, браво, хорошо. Хорошо. Молодцы. Туалетная бумага. Ну сейчас, давай меняем. Подожди. Ой, тебе, надеюсь, это не твой. Чуть-чуть поменьше. Ай, господи, вот вы смешные, так смешно шли. О, господи, что... Господи, вы такие молодцы. Узкоглазый друг. Это вам, узкоглазая подруга. Спасибо. Рома, поросяты, свидания. Мы делить. Наша фирма. О, красивые. Оса. Ой, ну красавица. Это что такое? Ребят. Встан. Я спала спокойно, Вида пришла, легла. Ага. Блин, на ключ тебе. Все, ребят, осталось 3 минуты. Решить последние 2 минуты. Решить.
Другие значимые для нас дыши, дыши. Олень. Уходящий на дорогу. Все, осталось чуть-чуть. И 19-й год, прекрасный год. Полный, но я чувствую прекрасных событий. Сейчас подсмотрю. Объекты, которые сдали. Подождите, еще нет. Могу лишь бы выпить. Ага, бенгальский гнезд. С Новым годом. Он на казахский лак поздравляет. Пойдемте, камеру передай. Да мы повторяем. Мама. А что ждем, девочки? Последние минутки что загадывается? Всем известно, что мы загадываем. Годом пришли, сейчас будем смотреть, как Рустам с Ромой салют, вон жгут, поджигают. Подожди, мама еще не подошла, подожди. Беги! Где? Ой, а, здесь так все? Вы такое взяли? Рустам, что вы взяли? А, красота! Шикарный, шикарный! О, а что он горит? Классный, где будет посмотреть? А что он горит? А нет! Чух-чух, Дед Мороз! Ксюха, Дед Мороз! Ой, Нормицер, как красиво, девчонка! Да, смотрите, какая у нас здесь красота вообще! Очень красиво. Вот и все, девочки. С 2019. С 2019. Чё там? Олег! Вау! Смотри, вот! Все? Это шоколад! Вау! Давай, братуха, давай, давай. Давай. Давай, с Новым годом. Ну все? Все. Красота. Планцы, бежать по снегу, ребят, да. Вы молодцы. Вы настоящие. Северная линия. Вы самые, самые настоящие северные олени. Настроение синий, в картине, а в руках бикини. По цвету синий инни, она так чувствует себя богиней. Цвет настроения синий. Я как они говорят. Под песню синий иней. Она так чувствует себя богиней. Да и наша песенка. Дай бог, чтобы мое желание исполнилось. Ром, как думаешь, мое желание исполнится в 2019? Естественно. Смотри, какой, правда. В смысле, у меня есть. Если есть чернокожий стриптизер, то да. Рома! Давайте, всем с Новым годом! Руся, здесь только на меня нападало. Я тебе говорила, мама, надо рожать было больше сыновей. И мы бы вообще в этой жизни ничего бы не делали. Здесь шоколадом вид обмазала. Обалдеть. Рома, бедного снеговика. Ух ты, как он замерз хорошо. Все, сейчас мы начнем распаковку наших подарков. Рома! Давай, мама. Открыточка. Ой, что скрыть? Что это такое? Подсвечник. Девочки, я без ножки не справлюсь. У Насти есть ногти. Ой, какой-то он висячий, странный. Рома! Нет, какой-то крученый подставка. Рома, что за садомаза? Ром! Господи, что происходит?
Что происходит? Она у меня щекотки. Ой, какая у Ромы тоже акварельная, красивая открытка. У мамы Лисы здесь пингвинчик. С Новым годом, милая моя бабушка. Желаю встретить эту Новый год с крепкими силами, душевным вдохновением и светлой надеждой. Пусть этот год подарит счастливых моментов в окружении твоих любимых и близких людей. Рома. Рома, а что ты Ромина? А тут, смотрите, тоже пингвиненок. Да. Я Рома нашла. Вау, какой красивый. Красота. Рома, такие открыточки не важны. Ну-кась. Вау. Это классика, когда вот любой подарок у нас, и все говорят, вау. Носки. Мам, ты постоянно будешь говорить вау? Скажи мне, пожалуйста. Что же мне взять? Где же Ксюшин подарок? Ну где же, где же? Давай. Это чьи? Виды, я думаю, там есть. О, Вита! Спасибо. Потом ты отделили тебя. Нет, носочки — это самая тема, вот эти мягкие. Бомбончики. Давай, давай. Давай, псин. Я тебе хочу просто сказать, твой подарок — это не то, чем кажется. Не то, чем кажется. Ну, ты не рассчитывай особо на образ у себя в голове. Нора, я тебя нашла. Мама хочу нашла. Давай. Мам, ты сама не знаешь. Я думала, это он мне. А, ну готовься. Мясо? Я принесла мешок подарок. Это жесткий подарок, да? Мешок принес. Вау, красивый. Какая красота. Не знаю, сейчас хочу. Красота. Не так. Спасибо, спасибо, хорош. Пойдет, спасибо. Сейчас я напишу, что у меня ужасная реакция. Но... Ну что кидаешь, да? Ну а что делать? Подожди, такое, мам, спасибо. Какая красота. Ну подожди, пожалуйста. О! Спасибо, очень класс. Нормина, давай дальше. Ты маму подарил. Что это? Мама подарила тухи. И косметичку какая красивая. Нормина, продолжай, продолжай. Но, Настя, ты что? Настя, как я. Настя не может, она хочет быстрее. Но ее же там много. Что это? Отдала. Это фотик. Полароид. Фотик. Фотик, покажи, Нормина, какой цвет. Белый? Класс. Это новый. Обалдеть, мама, это... Обалдеть. Мама, это обалдеть, это спасибо. Сейчас нас щелкнешь? Нет. Как нет? Ну, Армин, так что-то кассет было всего две штуки. Спасибо. Да открой хоть посмотри. А ты не ожидала? Нет. Блин, мама, я ее все не ходила, вот так было маленькую. Ничего, посрыхала. Круто. Ой, какой он красивый, мама. Так что... Ксюш, да, вкус. Да, Жень. Обалденно, мама. С мамуля вместе, да, мама? Еще что-нибудь еще? Да. Ой, здесь еще. Ой. Это что? Ну, здесь какое-то мясо. Дочь, ну я уже не помню. Что, да? О, мое, очень классное. Ничего себе. Я уже боюсь тебе. Ракушки, очень крутые, мама. Мама, я рада. Очень красивые, спасибо. Ой, там еще. Еще? Ну это она сейчас маме, если по маме попросишь одни сережки, тебе привезут стол. Это да, пока ее не затошнит. О, ну нет, прикольно. Мам, ну фото, этот полароид. Не ожидала, да? Ребят, к сожалению, мне пришлось разделить видео Нового года на две части, так как мы наснимали очень много, так что вторая часть выйдет уже завтра.